В слегка приоткрытую дверь проникает свет. За дверью болтают и вкусно едят еду. И думает мальчик, 5,5 лет, а что если лето пройдет, то и я пройду. Ну это же глупо, такого же не может быть. Бессонница может пройти или пройти болезнь, а небо останется марево-голубым. Мне просто на небо пока запретили лезть. Но я обязательно вырасту. Я смогу, я стану огромным и сильным, как великан. Куда до меня, суперглавному пауку? А лучше я стану вообще как подъемный кран, чтобы строить высокие белые города. И люди в них будут красивые все-все-все. Я людям квартиры в прекрасных домах раздам, и каждой собаке раздам я по колбасе. А собаки начнут дружелюбно вилять мне вслед, а люди начнут в своих новых домах ремонт. Так думает мальчик 5,5 лет, но детство проходит, и это, увы, пройдет. Слегка приоткрытую дверь проскользнула ночь. Присела на край подоконника и молчит. По лету расстелено синее полотно, а в спальне так тихо, что слышно мышиный чих, и звезды лежат, как рассыпанные дрожжи. Их можно достать языком и катать во рту. И думает мальчик 15 лет уже. А что если это пройдет, то и я пройду. Но это же страшно. Страшнее, чем фильм «Звонок». Я пыль, я земля, прорастет сквозь меня трава, и будут ходить по траве миллионы ног. А я еще рыжую Ленку не целовал. Она на меня не смотрит, что очень жаль. Она любит комиксы и своего кота. Я крылья дракона, я огненная скрижаль. Нельзя меня просто так взять и стереть с листа. Да нет, это чушь. Я не вижу беды в упор. Я стану ученым. Известным и мировым. И, может быть, даже придумаю телепорт. Но ночь пролетит. Значит, это пройдет. Увы. Чуть-чуть приоткрытую дверь убегает сон. Выходит курить на балкон молчаливый тип. Сегодня посылку с курьером привез озон усталому мальчику. Лет 45. На свой юбилей мальчик выбрал себе бинокль. Такое случается изредка раз в году. Он знает про кварки, бозоны, про бином, но думает, что если все-таки я пройду? Ведь я же настолько давно не звонил родным, ведь я же настолько давно не ходил к врачу. Простите меня, я уже не огонь, а дым. Мне надо сказать о любви вам, а я молчу. Неужто я дальше продолжу сидеть и ждать, пока мою смятую тень не положат в гроб? Неси меня, ветер. Сестрица, неси, вода. Все это проходит, проходит, проходит. И мальчик берет телефон, вызывает такси. И шнур не порвать, как и мой рвый волосок. А справа у мальчика дерево Игдрасиль, а слева краснеет реки Иордан песок. И вот, засыпая в машине, как на листве, он вдруг понимает, что правильным был маршрут. Он маленький мальчик. Он видит тот самый свет. Все будет. Все боги. И маму не заберут.